всем привет! А сегодня мы с вами пошарахаемся по местному рынку Садовод. Ну, это аналог московского. Марывильска 44. Раньше он был на стадионе Народовом. Ну, это опять же по аналогу, как в Москве был на Лужниках. И вот перенесли его сюда. Так, значит, когда работает магазин? Оптовые покупки можно делать с понедельника по воскресенье с 4 утра до 16, а розничные с понедельника по воскресенье с 9 до 18. Но, как показала практика, несколько наших неудачных заездов после 16 часов, тут было все полупусто, полузакрыто. Стоимость билета, естественно, бесплатно сюда вход. Ходите, смотрите, радуйтесь, покупайте. Крытый рынок Марывильска 44, крупнейший в Варшаве, центр оптовой и розничной торговли. Построен в качестве нового места торговли для продавцов бывшего рынка Европа, базар Европа, располагавшегося на старом стадионе. В 2007 году огромный уличный рынок ликвидировали в рамках подготовки к Евро-2012. На этом месте возвели новый стадион. Стадион Народовый. Открытие рынка на новом месте по адресу: район Белоленко, улица Марывильска, 44. Состоялось в 2010 году. Что-то я, по-моему... Надо было взять. Несмотря на потерю привычного места торговли, варшавские бизнесмены и продавцы получили современные здания с отоплением, вентиляцией и кондиционированием воздуха. Место палаток на улице. Жители района Белоленко активно выступали за строительство торгового центра подальше от жилых зон во избежание проблем. Справочно. Площадь рынка Марывильска 44 – 68 тысяч метров квадратных. Количество торговых точек – более 1500. Длина коридоров превышает 7 километров. Ходиться, переходиться и уходиться. Изначально рынок планировали как комплекс торговых рыночных залов для ассортимента тех самых торговых палаток. Однако в дальнейшем он дважды расширялся, в 2014 году и 2015. Сейчас он упоминается в основном как шопинг-центр ТЦ, а среди его арендаторов есть и брендовые магазины. Кроме брендовых магазинов, повстречали там и аутлет, и также одежда, ну, скажем так, ручной работы, традиционной польской направленности. Большинство владельцев торговых точек – поляки или вьетнамцы. Ну вот насчет поляков, тут как бы их, да, не большинство, вот в основном вьетнамцы, которые привозят товары из разных стран. Так вот, например, поляки торгуют более качественным товаром, в основном сотрудничают с турецкими поставщиками одежды, а вьетнамцы, ну понятно, с вьетнамским, либо с китайским. А вьетнамские торговцы часто демпингуют цены на свои товары. Ну, как сказать, не то, что они демпингуют, ну, вы, наверное, представляете, что такое китайское качество, что такое турецкое качество. Посему тут не совсем речь идет про демпинг. Малиновый пиджак.
также по коридорам шныряют на самокатах. Вьетнамчики и тут же сидят, играют вьетнамские дети. В общем, есть на что посмотреть. Тут же фитнес-клуб. Стало прохладно, курить на улицу выходить. Сейчас будем искать мне халатик. В среднем рынок на Мариинской 44 ежедневно посещает около 9 тысяч человек, а в выходные количество покупателей может возрастать до 44 тысяч. Хаосе написано. Опять же, видишь, пришел покупать что-нибудь, заодно и ногти поправил. Это если при примерке сломался ноготь, сюда сразу раз, отремонтирует. Мегарабат. В комплексе имеются банкоматы, обменные пункты, офисы курьерских служб, бытовые услуги, а также фитнес-центр и детский игровой центр. Часто семьи приезжают за покупками с детьми, поэтому наличие игрового центра является неоспоримым достоинством рынка. Торговые залы обозначены латинскими буквами и цифрами для удобного ориентирования в центре. Сейчас не слышно, кстати, а может эти уехали уже, как их, оптовики. Я когда 10 лет назад тут бродил, было там на русском, на украинском, типа, шановні панство, автобусы на Минск, короче, отправляются в Восток-то. Короче, приезжали, закупались тут. Да и до сих пор, наверное, приезжают, закупаются. Наушники или пумпуньки. Сырок вкусный. Внутри торгового комплекса чисто и светло. Но интерьеры из-за обилия товаров и толпы напоминают рынки 90-х годов. Так что ностальгия тут у нас разыгралась, ощутили, вспоминали, было приятно. Ассортимент товаров на рынке: одежда всех видов, фасонов и сезонности, женская мода для мужчин, для детей, эконом-сегмент и мировые бренды, аутлеты, белье, обувь, аксессуары, игрушки, текстиль для дома, ювелирные украшения, косметика, бижутерия, бытовая техника, электроника, мультимедиа и мебель. Все товары продаются по сравнительно низким ценам. Основные страны происхождения: Турция, Китай, естественно. Встречаются фирменные вещи из Чехии,
Германии и Франции. Однако их нужно поискать среди изобилия восточных товаров. На территории рынка есть несколько больших супермаркетов с продуктами питания. Ну, также вот мы проходили мимо вьетнамских там этих бомж-пакетов с макаронами, со специями, прикупили там несколько диковинных фруктов и овощей. Одни вот у меня там лежат до сих пор, не знаем, куда их применить. А мы ходили. А вот где? По какой бы, до кого? Ну, пойдем посмотрим, что тут мульти-аутлетят. Ну, здесь хоть аутлеты честные, не как в России. Накрутят 400% и с них 50 скинут. Что-то это не тот, наверное. А, вот халат. Вот так толстенький. Грей. Кул. А где ты ценник у него? Изначально? Итого 400. Никто не хочет халатик за 8000 рублей. Со скидкой 50%. Спокойнее. Ну вот, вот. За 400 он должен, блядь, сам на плечи запрыгивать. Как только увидит меня без себя, должен подскакивать и на плечи запрыгивать. Чё почём? 500. О, господи, зато Том Тейлор, да. Для халата это важно. Транспортную доступность Мурвинска 44 обеспечивают автобусы 126, 176, 314 и 64. При этом рейсов в течение дня много, и добраться удобно даже с учетом отдаленности комплекса от центра столицы. Это почти 15 километров. Дорога на автобусе примерно час. Ровно такое же время у нас занимает на велосипеде от того места, где мы живем. Да, наверное, вьетнамцев можно увидеть только тут и в их жральнях. У рынка Моревильска есть и собственные бесплатные автобусы для покупателей. Купец БАС, который ходит в 5:30 утра по субботам и воскресеньям каждые полчаса от площади Старынкевича. Подробную информацию про это можно посмотреть на официальном сайте Моревильска 44, который я положу в описании. Да, здесь берут только наличку. Пошли искать банкомат и нашли его не работающим. Пришлось мне поныть перед вьетнамчиком, сказать, что банкомат не идеала.
вьетнамчик пошел по соседям и вышукал там, как он, посттерминал, да? И все, расплатились карточкой. Так что ходите сюда с готовкой, с наличкой. В общем, любителям потоптаться по торговым рядам, пощупать разного рода текстиль, а может что-то прикупить, наша рекомендация. Нормально. Ну и опять же, если что-то хотели поесть такого, конечно, корейского, вьетнамского, китайского тоже. Но покупки на любой кошелек. От фирменных вещей, как я говорил выше, и вот до китайского. Качество китайского лучше, чем в России. А куда? Докон? Докон, пани, иди. И сплошные, ну, лучше бы этого вьетнамского избежать. Хотя я смотрю, здесь только вьетнамское. Вьетнамско-азиатское еще есть. О. Смачек и гриль. Да. Смачек и гриль. О, лучше, да, польского. Польская кухня и бургеры. Да, вот это получше, чем вьетнамский будет. Нашли польскую еду. Среди этого вьетнамского, да. Безобразие. Безобразие. Как оно уже тут надоело. На каждом углу. Причем готовят так, как знают. Меня то есть заполонили всю землю. Но утка по-пекински тут нифига не утка по-пекински. Ладно, приятного аппетита. Спасибо. Так, ну что? План выполнен, халат нашли. Теперь буду блатной в халате курить, ходить. Ушки тоже Ольге купили. Все, распаковываем осликов. А, и барашка. И поедем домой. Спасибо всем за просмотр. Здоровья, счастья. Всем пока.